Ассаламу алейкум! Здравствуйте, зрители Ютуба. Мы пришли в гости к братишке, к Валерию Мбаху, и ту жену. Вчера ходили мы к... Макзашу, да. Вчера ходили мы к Макзашу, да, а это младший, да, Бахыт. Да, у них много в семье. Десять детей, да. Вы еще видели Репназара, мы с ним в Хиву ездили. Это тоже их не младший брат. После Бахыта еще есть несколько. И вот три девочки, еще Репназар. Вот Репназара вы видели. Хиву с нами, отвозил нас в Хиву. А это Бахыт, а это их дочка, а это невестка. Невестку как зовут? Сарбинас. Дермаке Сарбинас Сурвалай. Да. У них сын Аббас, и Асель это дочка. У меня есть видео. 8 лет назад я снимала их, и есть видео, где Аббаза они могут увидеть, и Бахыта могут увидеть. Видео, да, смотрите. Ну, кус моей каракалпаки, что, по-моему. В описании будет видео. О, салим! Салим, на спасибо! И Аллатор. Стесняется. Пермаке я познакомлюсь с людьми. Давай. Это старший, да? Это дочка. Это дочка. Да. Привет всем! Асель? Да. А прямо, ну, имя полное халай было. Гуль Асель Айм. Гуль Асель, ой-ой, Гуль Асель Айм. Ух ты, какой. Асель мы привыкли, да. Красавица у нас есть такая. Да, познакомь тоже. Шикардай, Асгилет. А это Валера. А это брат Валера наш. Это Аббас, вот, про которого я говорю, это сын Бахыта. Показывали уже на видео. Видео кордон, да? Курмо. Мен Аббас деп тұрғаны. О, YouTube товарло. Ава. Теперь вот опять Аббас. Можешь повторить. Он 10 человек. 8 лет назад было, в 2010 году. Он же 7 жил, да? Да, 7 жил. 8 лет назад вот снимался. Я все время говорю, в одноклассниках ты все время мы там смотрим, когда YouTube открываем, Аббас там. И это сам, Кабула Аббас. И называешь там. На Бахыта, Аббас похож на Бахыта в молодости, вот копия был такой точно, да. Тоже спортсмен, нет, Бахыт спортсмен всегда был. А ты спортсмен? Нет. Нет? Водитель твой. Понятно. Вот вход во двор, это такой двор, а здесь Сарбинас печет самсы. Самсы с мясом, а? Yeah. А, вот, да, фарш мясной печет. Вкуснятины горячие как раз такие выпекают. Это невестка их, а база жена, да? Угу. Сколько? Дети есть? Да. Нище было? Вот что цюмизм, а? Я шайта верунда, перевод лайман. Двое детей у них есть, да? Екабалама? Два мальчика. Исламбек, Султанбек. Арсланбек. Арсланбек. О, үш бала. Қыз бар ма? Ой, девочек нету. Одни мальчики. Теперь как будут. Кухня. Большая. Атыз. Атыз ғамамнам? Вот такой еще выход в огород. Батушка шығады, сен қызы дейді. Комната у них такая есть большая, стол, видите, можно ставить на ножках. И зал, сейчас покажу зал. Такой бах, это зал. Сейчас невестки и дочки собирают на стол. Тоже сегодня баурсаки напекли, лепешки напекли, самсу делают, вы же видели, курпичешки, видите, постелены. А мы пока здесь сидим. В комнате чай пьем.
пока чай пьем, пока приедет уже. Бахыт пока приедет. Да, с работы. На работе, работает. Да. Бахыт, салам алейкум. Вот сам Бахыт, наш брат. Сейчас передавай всем. Мазаша, брат. Алип Назар идет, да, вот. Ну, с кем вообще, это брат, младший Бахыта. Аксымгуль, племянница Аксымгуль. Да, она смотрит, между прочим, членит нашей семьи уже. Да? Да. Ну так. Мать скончалась, у нас сами живет. А, понятно, понятно. Ага, это твой сынишка, да? Как его зовут? Асламбек. Асламбек. Ага. Ну, Исламбек. Исламбек. Ой, молодцы. Сюрди Тросама? А, здесь живет, оказывается, да. Красавицы тут, оказывается, живут одни. Да. Бахыт хозяин дома. Вот пришла хозяйка, Аксымгуль пришла. Это вот наша невестка. Вот. Аксымгуль, привет. Еще сейчас она конлер дед тебе сюли дунгу. А вот кельда шумлуга кетта. А вот. Чишем гайда. Yarım, al ben bir cintin ben mangıd yarım. Boğan, boğan. Bir barmak. Soya sen yerken bunu. Национальный карабахский блюдо тоже. С картошкой и с морковкой. Это она YouTube-ка жібер қойып ана қызды. Да? Артистка. Артистка. А, завтра бисквит покажем, что это такое. Бульон принесли. Как бегаешь. Да, Зоя сейчас будет говорить. Аксымгуль стоя будет слушать. Такова традиция, да? Старшая невестка, да, сидит, младшая стоит. А мужья молча слушают. За их здоровье. За их здоровье. Жақсы бала шағамыз аман болсын, намыз көп болсын, дастархан толы болсын. Баламыз мұсылман болды. Осы баламыз үлкен жігіт болсын, үлкен саулығы менен. Ата-анасының алдында үлкен жігіт болсын, со қызығын, со ағайын туысқалар менен көре бергейміз. Ешкім жамалық көрмесін. Қыдық келіп атырыс, рахмет. Кейіпке сәлем айт, кейіпке. Ау. Кейіпке ояқта апаларға. Ажапаларға хамме ағайлерге сәлем айтасыз. Сәлем айтып отырмын десеңіз. Привет передают в Киев. Да, желаю здоровья. Не деймін сол. Еле ауылда болым кетпен. Рахмет. Ауылда сол, иә? Да, желаю. Ой, ауылда. Дастархан шу полный был. Кешегі ана шапайымды барғанда. Внукам, детям здоровья. А, бағыл бір ұлақты сойып, а, қордақты қорған. Керемет. Аслап жіберсе, жаслаған жерін. Так, народная артистка. Будущая, будущая народная артистка Республики Карабахстан Бекназарова Аксымгуль. И еще одна артистка. Еще одна артистка. Это будущая заслуженная артистка Сиданова Зоя. Ал ендеше айтпаса болмайды енді. Начали. Есігімнің алдыяй найманды ярым, найманның сарғасы ей байланды ярым. Өзге біреулерді ай кеулің бар меді, тойды тезінетпесең ай болмайды ярым.
өзге біреулерде ай кеулің бар меді. Тойды тезлетпесең ай болмайды ауырым. Камал Олег. Камал Олег, Азиз Айтчанов. Где ты? О, Аня Кагаранек. Смотри тут. О, Вася, кто там еще? Тарас, Оксана. Жизнь, Вася, привет. Солнечный Узбекистан, родной город Нукус, Карабахстан, привет. Привет, Вот как перевести патья на русский? Патья пожелание. Нет, пожелание другое. Патья это по-русски. Типа благословение или. Получить типа благословение. Аман болун, сау болун, будущим деп, дайтала неверсин деп, благословите тебя, типа этого. Будьте здоровы, будьте счастливы. Валерана бір патья лайк кане. Жасылком қазір ұйғырларын жасылком. Валера должен сказать, да? Ал. 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 Ал
Сен невестке, дочери. Берген жасыларды сокудайым сіздерге. Атабаларды жасын берген жүздің асып, жақсы жасағайсыз. Салыңыз күшілі болып, семьяңызда бақыт болып. Үлімігілі үлінсін. Ақылар, шалықлар сол. Неңізді көтеріп, Абрайызды көтеріп, Қарабақстан ең жақсы балалар болып, өскей. Аумин, аумин. Дети молодцы, что выросли. Аминь. 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 Ал суа келіп қол жуатқан. Опа. Ал, енді бір су түсіріп атқан, су жуып. Әне, түсіріп атқан. Ал, 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 сегодня едем к Макзашу ночевать. Прощаются. Выезжаем, сижу в машине, жду. Ассаламу алейкум, азанга салам, утреннее здравствуйте вам. Я в гостях с самого утра. Здесь переночевала я и с самого утра пьем чай. Вот чай с молоком пьем. Я с Макзамадином пьем чай во дворе. Да, Макзамадин? Ага. Всем доброе утро. У вас сейчас сколько время? В Киеве, наверное. Сейчас 8:10. Да. Все спят, наверное, 6:10 там, да? Да, мне же не только Киев. И в Америке смотрят, и в Германии, везде, да? И в России. Ну, в основном, да. Где Агайни, там. Да. Выкусские время утренние 8:10. 8:10, да. Новости вон по телевизору идут. Детки уже все проснулись. Айзада. Давай Айзада покажем. А, еще Айзада, да. Айзада. Айзада вообще ранняя пташка. Рано проснулась. Здравствуйте, Эли. Сын уже позавтракал, убежал. О, привет! Да, Айзада. Здравствуйте, говорит. Да. Вот мы кушаем лепешки на столе у нас. Баурсаки. Сейчас покажу баурсаки. Паурсаки. Паурсаки жареные. И сейчас мы с Зоей будем печь лепешки. Ой, как дедушку любит, да? Ой-ой-ой. Артистка, слушай.
Вот она отвечает, что-то хочет говорить. Что-то хочет сказать, да. Песни поет. Артистка. О, еще и танцует. Еще и танцует, оказывается, она. Один ушел, мы теперь с Зоей, с невесткой пьем чай. Дальше я продолжаю. Чай. Тепло здесь, газ везде отапливается. Я вам покажу, как везде. Везде все дома отапливаются газом. Конфетки мои любимые. Да, ну, раньше еще пароварда такая квадратиком была. Сейчас вот такие вот. Ну, и раньше такие были тоже. Такие конфеты. Очень вкусные. Еще пароварда назвал. Сахар в прикуску. Это виноград уже с утра. Яйца, колбаса жареная. Ой, кто там кашляет? Вот так пьем. Чай сидим. Вот так сидим, пьем чай. Зоя. Зоя еще такое блюдо называется майсук. Хочет сделать. Тоже каракалпакское блюдо. Сейчас вот покажет вам. Вот такое. Это сок называется. Ну, типа проса, сейчас я вам покажу. Вот так. Вот, типа проса что-то. Майсук. Горячую воду пьет. Запаривает. Потом а закрывать потом сверху закроют, чтобы запарилось. Нещи минут какой ясно? На 5 минут. На 5 минут. Ага, вон, конфетки. Берет. 5 минут ждем жарко. Так вот. Накрывает и ждем 5 минут. И будет блюдо готово за 5 минут. Задать пересеньбе. А? Малика, Малика, что ты расскажешь нам? Чего расскажи, брза? Каракалпакша брза теперь. Садики барасамба. А чисто ли барма? Курсит ли барма? А теперь сам? Барма? А, сеном садики барасамба? Садики барзат стих, я барзат юритим. Раваш племя. Раваш? Что ты знаешь? Там вставай вон туда и расскажешь. Я гимн. А? Я гимн. Ну давай, рассказывай. Гимн деда. Серьез хуруян, эльян бахнача, серози дослярга, йолдаш мехриван. Sen özün dostlar gel, inufan icat. Parlası tahtifan cahan, altın bu vadiler, can Özbekistan. Ajdatlar madana, ruhu singe yar, aylana. Молодец, молодец, гимн Узбекистана спел, молодец. Класс, какой класс ходишь? Нишнич класс того хисен? Первый. Первый класс ходит. А, вот первый класс. А вы ничего не расскажете? Почему? Здесь он батишь, человек ждет. Ну, давай. Еще такой ижан называется. Я даже не знаю, это блюдо или не блюдо, как-то оно интересное. Такого тоже еще дежок шаре? Ага. Дети, говорят, кушают в базаре, продается. Сункосит живет? Ага, очень полезно, говорит. Ижан. Очень полезно. Ижан называется. Очень сладкое. Сахар, сахарный песок добавляют сюда. Еще какой-то, я не знаю даже, из чего это делается. Национальный. Да, национальное. Очень вкусное, говорит, вот ижан. Ну, очень вкусно, да, я очень вкусно. Я помню в детстве тоже вот, ижан всегда ела.
Он вкус неповторимый, очень вкусный. Да, особенно дети любят, потому что он сладкий. Сейчас вам покажу ижан. Попробуй. На вид. Вот видите, какой вкусный слад. Сладости всяких. А, еще и сахар он. А, и мазалово. Еще застеснялся. Еще сахар. Не? А, я говорит, люблю сладкое и везде сахар, говорит. Насыпаю везде сахар, да? Ты молодец. А еще мы ставим болда. Вот, приготовился уже, прошло 5 минут. И готово. Да. Прошло 5 минут и готово. А теперь масло сливочное. Растворяемся. Ага. Пока теплое еще растворяют. Даже чуть-чуть водички должно быть. Воды много не надо наливать. А, чтобы было остатка, надо сахарный песок добавить. И жан кушают дети. Ставим болды. А, все, и блюдо готово. Май сок называется. Май это масло. А сок это вот само зернышки эти называются сок. Поэтому май сок. Итак. Сейчас будем пробовать. Я, правда, сейчас лопну, но от масока не откажусь. Такая вкуснятина. Хочу еще показать. Вот масок. Еще? А, вот, подожди, давай показывай. Да, давай. Тюбик. Такой, вот так. Вот такой горшочек внизу. А. Так. А, сигенде, астнакетеде. Когда писает вот этот горшочек. Вот такой корсет, вот такое одеяльце есть. И в середине такое отверстие в одеяле. Так, дальше. Вот так вот. Стелит. А, чтобы было мягко, вот так. Стелет одеяльце, пеленочку. Смех саламс мне. Так, вот такую трубочку. Для мальчиков отдельно я вам пока. Ну, для мальчиков. Сейчас у нас девочка, поэтому у нас. Балабуша, мы надо смех коямас. Ага. А бизин хз. И писюн сюда. Девочка. Для девочки вот так, да. Любимс хз. Сунушн хздан манасн. Смех коямас. Ага. А тугль поймаем, пассажир. Тугль медик. Именно говорит, если не проливает. Ну, не, когда писает, оно не мочит вот эти вот все пеленки. Баламысты бесікке бөлу үшін шешіндіріп, өзіне қолайлы қылғаламыз, бесікті жақсылап жасаймыз. Это называется бесик. Здесь ребенка укладывает спать. Вот сейчас раздевает. Вот так. Вот это сумек называется. Это для девочек. Девочка писает, да, и собирается моча сюда. Здесь это для мальчиков специально. Раньше были деревянные, я помню, что деревянные. А вот сейчас у нас девочка. Раздевает ребенка перед сном. А, басхакулик есть, да? Одевает маечку. Да. И ложит вот так вот бесик. Тогда, говорит, ребенок спокойнее спит, когда не мешают ноги, руки. Завязывает вот так ноги. Специальная технология. Так, теперь руки. А вон они на хой-такой, чтобы узни-узи, они как-то попадают туда. Калай, сигенде, как попадает. Ага.
Ага, сейчас покажем, как они. Когда писают, они не на постели, а получается, что там собирается моча. Знаешь, это отбала. Вот так вот. И руки, и ноги вот так вот. Закрывают. Хорошенько пеленают и руки, и ноги. Ребенок спокойно лежит, еще и улыбается. Да, шапочку одевает. Еще разговаривать пытается. Бабушка вот говорит, что спит тогда спокойно. Так накрывают, чтобы ему было полутень создают. Поют колыбельную. Вот сейчас сама невестка будет укладывать спать. Постоянно усит все нухлата самба? Ага, говорит, я укладываю или мама. Айнанайын аппағым, қызлар сүйген томпағым. Айнанайын аппағым, өзімнің сүйген томпағым. Айнанайын аппағым, өзімнің сүйген томпағым. В этой комнате я спала одна. Видите, жарко было, потому что они греют батареи. Сейчас показываю. В каждом доме есть вот батареи. Эти трубы везде проходят. И очень жарко. Стенка здесь у них есть. Вот такой двор. Индюки, куры. О, какие интересные куры. Породы интересные. Уточки. А, вот это как бассейн используют. Они сюда воды наливают. И газлар жрет, да? А, это специально для уточек такой бассейн у них. И уточки плавают летом здесь. И заодно и прохладно. А кептерлер как-то? У Зои есть тандыр. Свой личный. Узень с лепешки здесь спая. Ага. Ну, ты говоришь, сейчас тандыр. Вот здесь вот она печет Зои лепешки. На аузу свал, говорит, там надо. Что, говорит, сейчас на реконструкции тандыр. Здесь нужно вот такой слой глины еще сюда нужно сделать. Поэтому сегодня мы пойдем печь лепешки к соседке. А это вот Зоин тандыр. Так, же кептерлер курситымс. Томбайма была? Шапку одела, а одежду в одних шортах не замерзнет. Ага.
голубей сейчас. Что-то голуби Мағзаш держит. Такие голубей, посмотрите, они очень любят. И сын, и отец очень любят голубей. И держат разных пород. Такие. Очень интересуются по интернету, все время смотрят выставки про голубей. Такие вот белые-белые голуби. У них даже, видите, сейчас на лапках, вот на лапках такие перья. Ой-ой-ой, хоть бы не вылетели. Ага. Вся живность у них. Воркуют голуби. А это сидит, яйца несет, наверное, да? Киптер, не берем мои. Вот здесь летом они выносят сюда спа, такой топчанчик, и сидят. И здесь у них уточки плавают, и сидят, пьют чай. И встречают гостей в жару. Ну, в основном это где-то или рано утром, или вечером. Идем с Зоей к соседке. Показать вам, как пекут лепешки. Тополя, смотрите, в дворе, да. Смотрите, какой палисадник у людей. Наши дома тандыр? А, в следующем доме. Ага, вот Зоя несет тесто, будет сейчас печь лепешки у соседа. Все к соседу этому приносят вот так тесто месят, соседи, и приносят тесто к нему. А этот сосед печет лепешки. Просто сегодня он стесняется, и Зоя сама покажет вам, как они пекут лепешки. Так вот, раскатывать сейчас будет. Дома готовят, тесто замешивают, приносят сюда, и тесто готово, да? Ткеш. Ткешлимс деп. Узорды қалай выбирать это ма? Өзлеріңіз выбирать это спа? Я любой ма. Говорит, разные узоры, и кто какой хочет. Вот такой. Да, вот такие узоры разные. У этого мужчины уже, видите, целый ассортимент ткешей. И выбираешь любой узор, какой хочешь. Раскатал лепешку. Рапида. Это называется рапида. Ауа, халасасу. Ничего? Скидание латки. Зоя вот одевает фартук. Вот вообще женщина одевает фартук. Платок обязательно. Чтобы лицо не сгорело, вот так вот одевают платок по-другому уже. Вот так. На рапиду. Вот так. Так, положили. Шу-шу. Только перевернули вот там, где они делали узоры, внизу остались. Сужаем чуть-чуть. Ага, водой вот так вот мазали, чтобы прилипло к тандыру. Да, тандыр, сначала разогревают хорошо тандыр. Очень сильно его разогревают. Огня уже нет, только пыл. У-у-у. Вот сейчас. Опа. Вот и прилепилась. Вот и прилепилась лепешка к тандыру. Ушах жоқ қой, а? Ага. Вот угли горячие. Как наши. Когда эта технология, похоже, как готовят шашлык тоже. Огня нет. Горячий. Тандыр сам весь. Тандыр вот так, если потрогать, очень горячий. Так. Даже радио здесь играет. Сейчас покажу. Вот, он здесь печет, сосед. Радио здесь играет. Четки висят. Полотенце. Зоя дома у себя вот таким образом. Опа. Вот так, да. Так. Вот. Лепешки стоят. Неше минут тұрады сөйтіп? 10 минут, 15 минут күтеміз, қызарып піскенше.
10-15 минут, пока вот так вот не порозовеет. 5 минут там ведь не сусуемся. Через 5 минут водичкой поливает. Вот так. Ага, вот такой струечкой. Это казарада, казару ктемся. А, су, казарушенку яма? Ага. Поливаешь? Желтра, на ночь слушалушен. Ага, чтобы хлеб, лепешки, чтобы красивые вышли, блестящие, водичкой она поливает. А вот уже пришла следующая соседка, которая принесла тесто, и так они садятся в очередь. На ночь все, чтобы руки не сгорели, вот, вот так вот одевают, такие мешочки шьют. Бурунда да сонда истинкне этого, я? Раньше тоже такие вот рукавички шили. И берут эти, чтобы руки не пригорели. Во-первых, рукав должен быть обязательно длинный. И вот так рукавичку одевают. И хлебушек оттуда достают. Вот так соседи приходят и садятся друг за другом в очередь. И приносят каждое свое тесто, ставят вот сюда, вот сюда, а сами сидят там на лавочке и ждут по очереди. В это время они беседуют, пока сам хозяин этого дома печет. Мальчику интересно. Идем, говорит, сюда фотографировать будем. Угу. Так. Оп. Намочили. И дальше. Вот так. Все. Лепешки у нас будут готовы. Вот такой тандыр. Обычно, да, на улице он стоит. Но здесь все приспособлено. Видите, на улицу дым выходит. Туда. Обычно не делают такого. Просто обычный тандыр, вот как мы сегодня у Зои вам показывали. А вот начинает, видите, начинает... Давай сусиваемся. Давай. Так. Начинает уже розоветь. Лепешечки. Будут пахнуть дымком. Видите, как я вам показывала в архиве? Различные узоры. Такой. Такой. Цветочек. А здесь просто кружочки. Здесь вот такие цветочки. Различные. Так, раскатывают на этой дощечке. Рапида. Тесто, видите, принесли из дома уже, намесили, раскатали, уже готовое принесли. Только сделать дырочки. Сделать дырочки и испечь. Вот, лепешечка готова. Ага, вот сюда. Да. Ага. Это... чуть-чуть сусиваемся. Опять? Еще раз? А водичкой. Скиннингей. Угу. Вот испеклась лепешка, сверху опять водичкой. И вот такая вкуснющая лепешка готова. Да. А сегодня вот хорошо мы показали технологию. Ага. Может быть, даже если будет завтра время, я вам покажу, как люди... приходят, садятся в очередь, печь лепешки. Вот так бросаю, да. А вот приносят они, женщины приносят уже готовое вот такое, готовое вот тесто раскатано, приносят, ставят вот сюда под стол и ждут своей очереди. Подходит очередь, вот так вот уже, и вот мужчина-сосед печет им здесь. Аж дымит лепешка. Вот такая. Нам пискину вахтамста. Там меген на наузтигзып. Нам жимес. Лепешки готовы. Надо вот так попробовать обязательно. Двумя руками. Уважение к хлебу. Двумя руками. И от курсет. Курсет халасин наласан. Не, вузин, вузин. Ага, сюда. Вот так. Отщипывают. Чуть-чуть. Одной рукой держат, второй отщипывают. И пробуют хлеб вот таким образом. На науз деемс. Ага. Значит, надо немножко в рот положить для того, чтобы... Ну, это уважение к хлебу. Надо обязательно кусочек съесть. Сейчас и я тоже один кусочек съем. Тут уже несут следующую тарелку.
А сейчас мы с Зоей идем на базар. Куры базар. Тох базар, короче, куры. Базар кур называется. По другой же улице идем с вами.